А вот и шведы наступают на замок Бержай. Копает ров и будет ставить под мортир, наверное. Вечер. Выдвигается. Если я раньше был злой, то теперь я 10 раз злой. Он задумал убрать воду из озера, который давал ров с водой, чтобы враг не напал на Бержайский замок. Это шведский генерал. Что какой-то 1000 русских зашли захватывать Бержайский замок. Второй день я все смотрел, но не смог близиться, пока бомбардировать с мортиром нам было трудно. Это имитация. Они думали, что их гаубицы и металлические патронки, гаубицы тоже были недостаточно крепкими и убивали своих шведов. 1600 пеших и у Бержайских было 800. Они нашли тайный проход возле туалета. Надеемся на капитуляцию Бержайского замка. Мы их напугаем, и они капитулируют. Заказал много лестниц, чтобы взять замок.
послал посланца с письмом к замку. И он возвращался с ответом. Нет, это причина, как нас поседуем. Ну, Генклава. Прекрасно, знаешь, как бог рассчитан. Ну, типа, как голова лятуги, голова как ира, другого него ира, что игрую. Была капитуляция. И тот самый вечер, потому что и тогда комендант. И Бершайский сам так проиграл, как бы почти без боя. И шведы взорвали замок.
Ты в эту песню.